творческий руководитель Гевордова Анастасия! Вот зря, вот у меня здесь основная камера стоит. Да, аккуратно. Я могу если все попадать. Ой. Вылетело все из головы. Ну-ка, сейчас подожди, еще раз мы с вами начинаем кричать. Шумим, шумим. Еще громче. Еще громче. Максимально громко. У девчонков на пижамках ни букашки, ни мухи. Это их символ пчелки. Настя, может, ты поведаешь нашим теперь зрителям, какая история у ваших пчелочек? Ну, очень много историй, очень много всяких смыслов. Короче, нет. Итак, давайте пошумим, чтобы Настя рассказала нам все-таки, почему же пчелки? Никто не хочет знать, почему же так тихо. Мне кажется, у Насти рождаются идеи, когда она находит какие-то желтые шмотки с пчелками шмотки, и вот потом у нее рождается уже идея номера. Скажи мне, вот лично самой интересно, зевок был записан твоим голосом? Это чудесная история, это первый зевок, который я нашла на кипсе, эти вот звуковые награды на трек. Это первый самый зевок, который у нас встретился, и потом только спустя неделю мне сказали, что он очень похож на мой. Вот я так же стояла и думала, что все-таки, наверное, это было записано тобой. Но нет, Настя запишет нам еще свои. Ну, все запишет. Итак, это были Би, супер прекрасные девчонки. Спасибо, девчонки, вы невероятно классные. Так, прежде чем позвать следующих.